Если бы я был Дед Морозом, я гордился красным носом, имел бы длинные усы, носил кафтанчик для красы, волшебный красочный мешочек положил бы я горшочек. И объездив целый мир, всех голодных накормил. Ах, какой мешочек этот, и чего в нем только нету. Все туда я смог сложить, чтобы взять и раздарить грустному веселье, нетерпеливому терпению. А кто не в дуге бой познал, тому здоровье бы послал. Одинокому участнику, несчастливому бы счастье, надежду, веру и любовь, чтобы вечно грели кровь. Никого бы не забыл, всем бы небо подарил, таким безоблачным и мир, чтобы радостно в нем жил. Если б я был Дед Морозом, стал бы я у елочки и сказал: иголочки, уколите всех по разу, чтобы счастье всем и сразу. Дед Морозом быть согласен, но поверьте, что для счастья нужно каплю потрудиться, чтоб оно могло случиться. Если я бы была Дед Морозом, я бы счастье подарки, радости дарила всем. Никогда снег, чтоб не растаял, всегда зима была, снеговики лепили все, все радости было бы. А еще, чтобы все дети слушались родителей. С Новым годом! Недавно с классом мы учили стихотворение Николая Некрасова. Саша садилась, летела стрелой, полное счастье сгорели дной. Так вот, если бы я был Дедом Морозом, то тогда бы я всем детям сказал, чтобы они играли в снежки, катались на санках и все это делали с родителями.